Друзья, я даже не знаю, как это все комментировать, правда. Это страшно. Это очень страшно. Поэтому давайте, наверное, просто без комментариев. Вот это вход. Входная дверь в дом. То есть тут камней насыпано сейчас 1,5 метра. Если не больше. Даже, наверное, больше. Вот крыша. Кровля и подшива. А вот тут вот жили люди. Посмотрите, какой вообще конец. Какой кошмар, ребята. Это кошмар просто. Почти по потолок. То есть это был участок с домом. Камней насыпалось практически по потолок. Вот подшива. Я сейчас, она на уровне даже не груди. А вот это вход в дом и вот вход на чердак. Лестница стоит, видите? Какой кошмар. Какой силы был селевой поток. Даже на самом деле просто страшно представить. Я не буду заходить внутрь. Мы не мародеры. Но людей просто по-человечески жалко. Это ужас, друзья. А это один, видать, из первых домов, который принял на себя весь удар. Знаете, вот есть затоталенные машины, которые попадают в тотал, да? Так вот здесь, по сути, затоталенный дом. Потому что восстановить это будет очень дорого. И не факт, что рентабельно. Чей-то дом или вагончик какой-то. Но больше похоже на какой-то домик. А вот это, судя по всему, беседка с дымоходом. Телеканал «Звезда» стоит, снимает сейчас. Да, слушай, тут уже даже двор военные стоят, очищают. А? Люди, да, слов. Люди честно стоят. Послали совсем много людей. Слов нет. Нужно обязательно будет найти группу помощи Васильевке. И кинуть в комментариях под видео, если вдруг у кого-то появится желание приезжать сюда, помогать в расчистке этого всего. Ее имущество. А ты ничего, ты знаешь, в чем ситуация? Ты ничего не успеешь сделать даже. Если вот такая ситуация, то бэха. БМВ. Какой кошмар. Это все, что от нее осталось. Это представь, как ее перекорежило. Жесть вообще. Просто жесть. Плохо, опять же. Просто без слов. Да. Домов, наверное, 15-20 приняли на себя удар. Получается. Это жесть вообще. Это кошмар. Это просто кошмар. Посмотрите, сколько их здесь стоит. И все они засыпаны. Но опять же, это уже списанная техника. Поэтому... Я бы не сказал, наверное, что их жалко. Жалко испорченное имущество, испорченные дома, которые не восстановить.
просто кладбище. Кладбище троллейбусов теперь. И даже внутри самих троллейбусов, посмотрите, сколько натекло. Ужас, одним словом, ужас. По-другому это никак не назовешь. Эти уже куча нарыта, это уже стараются хоть как-то. Вот был забор. Вот они стояли за забором. Забор остался стоять 20 сантиметров над уровнем камней. Очень страшно это все, друзья. Не дай бог кому-то из вас, да и вообще кому-либо попасть в такую ситуацию. А река теперь спокойненько течет, как ни в чем не бывало. Как будто ничего и не произошло. Ладно, на этом я буду свой репортаж заканчивать. Спасибо всем за просмотр ролика. Просто всем удачи, друзья. И пока, до новых встреч.